В знаменитом Национальном музее антропологии в Мехико открылась выставка под названием «Камни с небес. Нефритовые цивилизации». Она посвящена драгоценному камню нефриту и рассказывает, как его использовали в различных древних цивилизациях во всем мире. Выставка соединила в себе артефакты из драгоценного декоративного камня давно ушедших представителей народов майя, ацтеков и неолитического периода Китая. Они относятся к 2000 году до нашей эры. В коллекцию из более 200 экспонатов вошли артефакты из музея в запретном городе Пекина и из музея Мехико. У нас есть работы из древних эпох Китая и месоамериканских цивилизаций, таких как майя, Теотиуакан и альмеки. Эта выставка не имеет цели сравнить их между собой, а позволяет увидеть, какую важную роль играл этот зеленый камень, жадеит, нефрит, независимо от названия, в самобытных культурах этих народов. Нефрит высоко ценился в древнем мире, в некоторых цивилизациях даже выше, чем золото. Используя все оттенки зеленого камня, в Китайской империи из него делали дорогую мебель для членов императорской семьи. В Мексике его превращали в символические фигуры для религиозных ритуалов. Выставка приурочена к 40-летию культурного обмена между Мексикой и Китаем. В Мехико она будет проходить до конца июля, а затем отправится в Пекин, где пробудет до октября.